здесь 8 трупов лежит. Эти кричат «Слава Украине!» И на головах прыгали. Позор такой Украине! Конечно, и на головах прыгали. Пусть они провалится сквозь тартарары. Зачем они понаехали? Да не Украина. В чем Украина здесь виновата? Вот это фашизм. Фашизм. Нет, это Украина. Такая Украина. Такая страна. Да. Это Украина. Почему они здесь? Почему ПТР пришли сюда? Потому что такая страна, такой украинский. Сейчас Павел добивают. Мариуполь уже взяли. Ничего. Ничего. Что они будут делать, когда как они будут придут? Править таким? Наши придут. Мы 23 года сидели действительно кто все на диванах. Кто самые украинцы? Кто наш? Что вот мы народ. Мы упали, а там я только полчаса как вышел. Мариуполь же взяли. Сейчас пропали. Да. Да. Чтоб их нет. Это типа украинцы, мать. Так я российский, но не они до сих раз отняли флаг. Да. Там же мои танки. У нас в Одессе русские были. Хорошо, смотрите, почему я вышел в 2 часа ночи, да, когда ты погромышь, когда это молодежь прибывает. Я вот вышел на конференцию, что послал. Здесь тоже 20 и 18 россиян. А Гончар говорит, наши беседы погибли. Он здесь сам в каске делал. Я вышел сюда и вижу этих молодежь, которых добивали ребят наших. Добивали, не спасали. А менты вытаскивают трубы, говорят, не подходите, потому что было. И наши ребят запили. Все здоровы. Он им отчет делал. Да, конечно. Считал, вот так и было. Я прямо утвил, увидел, это вышел, значит, соносит. Это же не то, что я чей-то агент. Я говорю, живу здесь, на Катаево. Мне страшно было. У меня жена, я была футболе, жена звонит, говорит, Сережа, домой возвестись, потому что я боюсь. Я поражена. Так сидели политические всякие деятели, прямо эфире, и довольно аплодировали. Так потому что только, это же наши руководители. Вот какая. Ну, да. А где наши руководители? Футежи арестовали. Хорошо, да? Наша действия. Хорошо, за что его арестовали, ничего. Он ничего не делал. А он не дает его арестовать. За то, что не делал, его арестовали. Министр, ты же, ну ничего, у нас приказа нет. Это перед скорой помощи и лежит умирающий человек. Это нам без приказа тоже не будет доказывать. Не будут, никого не найдут. Никого, не найдут. Они уже нашли. Кто остался? А ребята в